Василюша, дорогой. Господин Коровкин! Извините, господа, я немного... того. Получил. Коровкин, послушайте. Рекомендуюсь. Дитя природы. О, что я вижу здесь, да. Зачем, подлец, ты мне не сказал, что здесь дамы? Ну, не робей, представимся прекрасному полу. Прелестные дамы. Перед вами человек, ну, значит, и так далее, и остальное не договаривается. Музыканты, польку. А не хотите ли заснуть? Заснуть? Вы что? Вы что, с оскорблением мне говорите? Нисколько. С дороги, знаете, полезно. Никогда. Ты что думаешь, я пьян? Немало. Впрочем, где у вас тут спят? А, пойдемте, я сейчас проведу. Куда, в сарай? При чем нет, здесь сарай? Я уже там ночевал, меня, брат, не надуешь. А, впрочем, веди. Хорошим человеком. А почему не пойти? Подушки не надо. Военному человеку не надо подушки. Ты мне, брат, диванчик, сочини-ка. Слушай, ты, я вижу, теплый малый. Слушай, сочини-ка мне, знаешь, вот это, того, Ромео, так, чтобы муху задавить. Это единственное, чтобы муху задавить. Одну, то есть, рюмочку. Хорошо, хорошо. Куда ты? Ну, надо же проститься. Адью, дамы и мадемуазели. Вы, так сказать, пронзили. Ну, ничего. Позже объяснимся. Вы только разбудите меня, когда начнется. Даже за 5 минут на начало. Без меня не начинать. Слышишь, Дим? Не начинать.